Ку-ку, мои амиго, сегодня с вами Вакот, и мы играем в Planet Base. Знаю, что вы все долго его ждали, но Fallout был важнее для меня в тот момент, хотя он для меня сейчас важнее, просто сейчас я решил, что я имею возможность записать. Оп, наш лазер работает, это хорошо. Ну что ж, я думаю, наступил этот день, когда нам нужно начать строить монолит. Нужно его поставить где-то недалеко возле выхода, чтобы эти тубрики могли его без проблем построить. Ну что ж, вот. Тут, конечно, много ресурсов, но у нас вроде бы всего более чем достаточно, поэтому нам не нужно так сильно париться. Теперь давайте посмотрим, что у нас есть. Ух ты. Круто, они добавили эту кнопку, там, где можно делать приоритет по работе. Круто, круто. Это круто. Это надо было сделать давно. Ага. Нет, ладно, давайте все-таки этот добавим. Пусть сначала не построит дополнительную хрень. И уже потом... Ну, в принципе, они уже все готово тут сделали. Теперь эта штука заряжается. Пусть только этот починит. Все, отлично, это мы сделали. Остается построить только... ну, собственно, эту... Вот это самая большая приоритет сейчас будет у них. Отлично, просто. Это то, что давно. Потому что они не слишком глупые. Так, давайте посмотрим, что нам нужно для ачивок. Нам нужно 5 ачивок. То есть, если мы сейчас построим один-единственный этот агрегат, мы сможем отправиться дальше. Дальше. Так, лазер сбивает. Это хорошо. Хотят спать. Почему вы спать не идете? Дурики, почему спать не идем? Ох, жрачки у нас, конечно, дофига. Ох, дофига жрачки просто. Так, давайте смотрим, что они там ничего не делают. Бестолковые. Ну что ж, хоть и прошло дофига времени, они все равно его не достроили. К сожалению, блин, не знаю, что с ними делать, они какие-то слишком глупые. Вот, зато у нас построился новый робот, и мы сейчас попробуем сделать больше роботов, которые носильщики. Которые насилуют людей. Ладно, шучу, нет, неправда. Не насилуют, а носят грузы. Хотя, знаете, роботов они такие, могут один раз принести груз, один раз обидеться и изнасиловать тебя до смерти. Да, у меня так друг умер. Да. Ладно, шутки шутками, но эти... Маленькие выродки уже задолбали меня. Сколько можно строить? Как будто какие-то дегенераты. А, ну, в принципе, им носить отсюда. Сюда, наверное, долго. Ну, кто им виноват? Да. Это на ускоренном, чтобы вы понимали. Это тебе не просто так. Почему ты грустный? Тут же куча телевизоров. Давай, нужно больше телевизоров. Богу телевизоров. Давайте поставим... Сюда телевизор, богу телевизоров. И еще один... Вот сюда телевизор. И тут вам точно уже 50 телевизоров поставил. Даже вазон поставлю где-то. Вот сюда вазон поставлю. Все? Плакать больше не будешь? Все. Отлично. Отлично. Ну что ж, монолитик, монолит, давай стройся. Все, стройтесь, пожалуйста. Извольте построиться. Ладно, давайте впустим в наш дом чужеземцев. Трейдер. Нет, колонистов нам больше не нужно. Ну, это будет долго. Это будет чертовски долго. Нужно усилять производство. Давайте посмотрим, чего у нас больше. Минералов или этих штук. Короче, нам не хватает этих дебилов, которые будут работать на этой штуке. Тут нужны кто? Вокеры. Техасские рейнджеры. Так, давайте построим вокера. Так, что ты там предлагаешь? Кажись, ничего. Грязный ублюдок. Так что пошел нах. Давайте откроем для посетителей вот эту штуку. Пусть работают.
Ну, слишком много еды, ребята, слишком много еды. 11 еще осталось. Так что, в принципе, можем открыть еще для этих идиотов, парочка идиотов вокеров, думаю, сойдет. Нужно больше вот так поставим. Я знаю, это соотношение на базе, но мне нужно больше рабочих, чтобы они хоть что-то делали. Под хоть что-то я имею в виду полезные вещи. 11. Мы уже на пути. На пути, ребятки. Так, у нас... Серьезно, склад забит? Склад забит, Карл. И тут забит склад. Я понял, что нам нужно еще, помимо всего прочего. Это склад. Склад. Это не склад. Вот склад. Вот это вот. Слушай, где-то я слышал, не знаю, кажется, это было в другом городе, и неправда, что есть такая крутая штука у трейдеров, как супер крутой склад какой-то. Это такая вот штука. Надо было ее купить, конечно, но пока у нас на это нету ни времени, ни денег. Хотя денег, наверное, будет, хватило бы, но это такое дело. Даш, я забыл, что она построится только после того, как это построится. А нет, слушайте, может и не факт. Давайте поставим приоритет выше. Туда обычно опустим. Ну все, осталось только 4. Давайте, пацаны, работайте. Или уже это достроить? Тут 6 осталось. Ладно, давайте все-таки это достроим. Так уж и быть. Не благодарите. Почему биолог это делает? Скажите мне. Ты бухаешь. Почему ты такой грустный? Хотя, в принципе, когда бухаешь, ты веселый только пока бухаешь. Когда закончишь бухать, ты уже не весело совсем. Опять ничего нет. Слушай, это ты мне нафиг не нужен. Серьезно, ты бесполезный. 20. Все, трейд. Жрачку ему отдал. О, уже совсем 5 осталось. 5, совсем скоро мы смогем. А что, поможем его еще что-то купить? Да, забыл. Поздно. Это у нас визиторы. Слушайте, а если поставить больше этих посадочных площадок, наверное, больше будет прилетать кораблей. Это круто, это хорошо, это полезно. Так. Ну что, давай, давай, мой сладенький. Ты сможешь, я в тебя верю. Чуть-чуть осталось. 3. 3 штучечки. Давай, давайте, ребятки. Давайте, потатужимся и заделаем это все. Что, только один работает? Блин, какие же вы ленивые жопы. За что я вам плачу? А, я же вам не плачу, точно. Но какого фига? Вы должны работать. Маленькие уроды. Визиторы заплатили 45. Золото нам. Что туда прилетает? Это у нас колонисты. Слишком много колонистов, слишком много колонистов. Oh no. Все, хватит с нас колонистов. Пусть прилетят нормальные корабли. Визиторы. Что ж, давайте. Летайте, прилетайте. С едой у нас пока все хорошо, порядок. Осталось 3 штучечки. Карл, 3 штучки, Карл. Давай, 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 давай. Кисонька, ты сможешь. Давай, 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 давай. И еще 2. Ну, кто следующий? Вот одна еще едет. Слушай, он такой смешной. Ну, подождите, я хочу просто... Он какой-то такой очень-очень мега смешной. Пусть он сейчас зайдет. Я хочу посмотреть на этого биолога. Он, походу, с розовыми волосами. Как его зовут? Лиана. Ну что ж, Лиана, давай мы за тобой пронаблюдаем.
А, ей поставить больше нужно. О, боже мой, как мне на тебя посмотреть? Вот, чуть-чуть. А, не успел. Не успел. За Лианой посмотреть. Пронаблюдать ее. Лианочку. Опять не успел. Ну, не судьба, значит. Лианочка останется вне нашего поля зрения. Ну что, может, ты забабахаешь это, не? Или тебе и так норм? Слушай, я вообще не мешаю? Я знаю, там все дела, пиво хочешь попить, но может... Все-таки ты будешь делать свою работу? Ты же, черт возьми, инженер. А, значит, на робота он все скинул. Грязный выродок. Все, строится наш обелиск. Ну или монолит, пофиг, как он называется. Кто-то прилетел, кто-то прилетел. Трейдинг-шип. Большой трейдинг-шип прилетел какой-то. Да чё, блин, вы хоть что-то можете привезти хоть раз? Нафига ты мне нужен? Ты ж пустой прилетел. Все, а ну-ка давай-ка уёбывай отсюда. Ну что ж, почти-почти монолит. Почти мы его сделали. Ну же, давай, ради хоть что-нибудь уже. Боже, как долго его делать? Просто ужас, ужас, ужас. Слушай, ладно, давайте вам напомню, что тут нужно еще что это делать. Ура! Аллилуйя, ребятки. Давай еще это допаяй, и все будет хоккей-шокей. Ну же! Ура! 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 Урина! Уи! Ну ладно, это шутки шутками. И что ты мне даешь? Репутация. Ну это хорошо. Сейчас кто-то прилетит. Это визитеры. Хорошо, визитеры это хорошо. Больше денег было денег. Да. Ну что ж, раз мы это построили, и это сейчас тоже построим. Построим ведь, правда? Или мне придется вас убивать? Уничтожать вас. Избивать. Унижать. Да, я такой опасный. Ну что ж, мне нужно... Мне кажется, что сейчас нам нужно будет еще сделать кое-что хорошее, а именно для больше посадочных площадок. И для этого нам нужно что-то. На что нам нужно, я не знаю почему. Я думаю, нужно сделать еще одну лабораторию, потому что одна маленькая лаборатория – это фигня. Это, скажем так, мусор биологический. Такой будет мяско производиться. Да, у нас мяска дофигища просто. Они его кушают, и это хорошо. Ну что ж, я на самом деле даже уже не знаю, что еще тут можно сделать на этом неинтересном, скажем так, месте, городе. Так, давайте же попробуем еще лабораторию сюда бахнуть. Можно даже большую. Гранд лаборатория. И сделать выход. Airlock. В окот, зачем тебе аэрлок? Потому что я хочу сделать здесь посадочную площадку. Это не посадочная площадка. Хотите меня надурить? А, вот оно что. Это просто площадка. Не, просто площадка мне не нужна. Мне нужна, наверное, маленькая посадочная площадочка, которую здесь не поставишь. Черт. Тогда давайте мы это разберем. Оп, он нашел сюда, типа такой, а, блин, сейчас построю. А быца мы такие хитрые жопы взяли и убрали до того, как он построил. Вот.
Опять маленькая. Слушайте, наверное, все-таки нет. Давайте лабораторию нужно строить большую. Или хотя бы среднюю. Вот так вот. И выход. Airlock. Airlock. А тут уже можно ставить шлюзики. Можно даже большой поставить, на самом деле. Чем будем мелочиться. Что ж, отлично. Так, вот строится наша, скажем так, наш маленький свинарник. Куда эти свиньи будут складывать в хаотичном порядке наши ресурсы. И, думаю, на этом будем с вами заканчивать. Да, серия получилась крайне маленькая, минут 15, наверное. Может меньше, может больше, плюс-минус 5 минут. Ладно, не плюс-минус 5 минут, на самом деле, там дофига меньше, чем нормальная. Поэтому я сразу же извинюсь перед вами и скажу, что скоро, либо сегодня, либо завтра, либо уже вышел. На самом деле, не знаю, когда я выпущу. После или до. Ну, наверное, завтра утром. Или смотри, когда я это выложу сейчас, это видео. Ну, так вот. Будет Space Engineers. Последняя серия перед планетами. Да-да-да. Я про вас не забыл. Так что не переживайте. Все будет. Все будет. Хоккей-шокей. Ну что ж, на этом с вами был Вакатан. И следующая серия Planet Base, скорее всего, будет уже где? На другой планете. Но это не значит, что мы забываем про эту планету. Эта планета будет параллельна. Ну что ж, спасибо, что смотрели. Всем удачи. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Поставили лайки. А ну быстро поставил лайки. Слушай, не поставишь лайки, я очень обижусь. Вот серьезно. Вот до глубины души обижусь. Вот, типа ты просмотрел и лайк не поставил. Это как съел мороженка и не заплатил. Нельзя так делать. Нельзя. Это вот так вот. Да. Да. Ну что ж, также подписывайтесь на группу ВКонтакте, в принципе все, всем удачи, адиос!